В районе проспект Вернадского в ходе реновации построят школы и детсады. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. В рамках застройки кварталов реновации в районе проспект Вернадского предусмотрено строительство образовательного комплекса с бассейном и трех детских садов. Также планируется построить музыкальную школу и детскую поликлинику. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» по заявлению начальника территориальной проектно-планировочной мастерской ЗАО ГБУ Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры Людмилы Машинской. На данный момент стартовали публичные слушания по проектам планировки кварталов реновации. При проектировании территории особое внимание уделяется инфраструктуре для детей, отметила она. Также на территории кварталов создадут зеленые зоны. Будет обновлен парк имени 50-летия Октября и территория долины реки Раменки. Места для отдыха и спортивные площадки оборудуют на территории природного комплекса реки Самородинки. Предусмотрено строительство новых лечебных корпусов для городской больницы номер 13 и двух многофункциональных центров. Сейчас проект проходит процедуру публичных слушаний. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!